Юная повариха из Люберец Полина Симонова подружилась с телеканалом ЛРТ. Совсем недавно к ней ездила наша съемочная группа, а теперь в гости к журналистам пришла она вместе со своим папой. Юному таланту удалось познакомиться с внутренней кухней телевидения и даже покормить динозавриков. Кто пришел? Всем привет, это Полина. Заходи, Полина! Привет! Такое доброе и бодрое утро в редакции ЛРТ бывает нечасто. Юная звезда с самого порога зарядила весь коллектив положительными эмоциями. Знаешь, сама куда ты пришла? Ты пришла на Люберецкое районное телевидение. Тик-тик-тик. Мне щекотно. Полина – общительная и жизнерадостная девочка. Сразу покорила всех сотрудников канала. На этот день для девочки компания ЛРТ превратилась в волшебное царство. С принцессой журналисты поучаствовали в разных играх. Как думаешь, какой ключик подойдет к замочку? Посмотри. Вот такой и вот какие ключики. Какой бы подошел? Как ты думаешь? Сердечко. Правильно! Ты подобрала правильный ключик. Юная люберчанка быстро освоилась в стенах телевизионного королевства. Гиперактивный ребенок не давал скучать практически всем, кто находился в редакции. С ней сотрудникам ЛРТ пришлось испытать и свои физические способности. С Полиной они играли в догонялки. Итак, целых 2 часа. Он бежит за вами, да? Да. Как оказалось, все это время Полина убегала от динозавров. Да, именно от них. Так она называет телевизионные камеры. Пользуясь случаем, журналисты показали девочке, где и как живут эти волшебные существа. Они живут в домиках. Видишь домики? Где? Вот это домики. Вот это все домики для динозавров. А где они? Они маленькие? Они маленькие, да. Они такие, как у Максима. А там большой, длинный. Угу. А тут они спят. Видишь, это их домики. Сколько у нас их много. Да вот они, лежат. Вот там лежат. Да. Пойдем, откроем. Динозавры в королевстве ЛРТ добрые. В этом убедилась гостья телеканала. Смотри, смотри, я его глажу. Видишь? Хороший. Смотри, нет, он не боится. Они же маленькие. Смотри, он маленький. Он же ждет, когда ты его погладишь. Давай со мной вместе погладим. Хочешь? Погладь, сама погладь. Боялась, не надо бояться, смотри, ой, как ему хорошо. Я ему тыкаюсь. Люберчанка Полина стала знаменитой после того, как вся страна в эфире Первого канала увидела кулинарные способности 3-летней девочки. Свои навыки юный повар показала и у нас в кабинете генерального директора ЛРТ. Своему папе она приготовила десерт. Спасибо. За столом коллектив телеканала пообщался с юной знаменитостью. Там же, уже подружившись с динозаврами, девочка решила накормить конфетами и их. На, динозаврик, кушай. Это что-то новое. И вообще, когда смотришь твоего ребенка по телевизору, и когда тебе звонят друзья, товарищи, родственники, и сообщают, вот мы видели вашу дочь, как с неба свалилась. Люди пишут положительные комментарии. Желаю всего самого хорошего Полине, нам непередаваемые ощущения. Теперь семья Симоновых готова к тому, что их дочь, возможно, выберет другую профессию. Телевизионная кухня юной поварихи понравилась ничуть не меньше, чем обычная. Анна Троян, Кирилл Евгеньев и Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ.